Девушки, всем здравствуйте. Давайте еще подождем участниц. Как раз такое обеденное время, перерыв. Ну, даже если кто-то сейчас будет отсутствовать в этом прямом эфире, потом после работы, вечером, за чашечкой чая, будет очень полезно посмотреть это видео. Всем привет, привет! Давайте подождем еще буквально минутку и будем начинать. Сразу говорю, если у меня здесь будут какие-то посторонние звуки, это у меня появилась маленькая собачка, и она здесь может баловаться. Ну что, девушки, давайте начинать и давайте знакомиться. С кем-то я уже знакома в социальных сетях, кто-то подписан на меня, кто-то нет. Меня зовут Марина Андриянова, я ногтевой эксперт, арт-партнер компании ЭМИ и автор некоторых своих онлайн-курсов по лепке из гель-пластилина. Привет, привет! Сегодня мы собрались здесь на прямом эфире для того, чтобы провести такую мини-презентацию очень классного летнего курса нашего нового совместно с Катей Мирошниченко по лепке из гель-пластилина. Назвали мы его 3D-фрукты. Очень классный курс. Я сейчас покажу буквально такую быструю, самую скоростную работу. Курс рассчитан... Дизайны, да, данного курса, конечно, рассчитаны на творческих мастеров, на мастеров, здравствуйте, которые любят красивый визуал, красивый контент и, конечно, готовы и хотят удивлять своих дорогих, любимых клиентов. Смотрите, даже если, к примеру, вы будете, пройдя этот курс, будете предлагать своим клиентам, и, возможно, к примеру, клиент будет бояться делать такие дизайны, на самом деле, вот мы решили сделать этот курс достаточно носибельным, то есть дизайны данного курса очень хорошо носятся. Я вот буквально сейчас для данного прямого эфира сделала себе маникюр. Кстати, еще очень часто наши с вами коллеги думают, что такой дизайн, он не совсем носибельный, но это не так. Я вот своей подружке делала буквально недавно такой дизайн. Мы лепили ей, тоже делали лепку, я делала для красивой фотографии, мы снимали красивое видео, Алена, и она отходила с таким дизайном 4 недели, то есть от коррекции до коррекции. Так, ну что, девчонки, перевожу камеру и начинаю показывать вам, что же вас ждет. Что же вас ждет на курсе. Вы в процессе можете задавать вопросы. Я постараюсь на них отвечать по возможности. Так, сейчас я уберу фильтр. Сейчас, секунду. Зафиксирую камеру. Так. И приближу немножко. Итак, что же войдет в курс? В курс войдут вот такие классные, сочные фрукты. Посмотрите, насколько они реалистичны. И вот курс на самом деле для тех, кто хочет научиться лепке, искусству и именно реалистичной лепке фруктов из гель-пластилина. На клиентах вы, конечно, можете делать более плоскостные, да, работы. Вот видите, как у меня. Не знаю, камера как-то плохо фокусирует. Сейчас немножко отодвину. Видите, более плоскостная лепка. Она будет более носибельная. Если вы уже участвуете в конкурсном движении, либо только становитесь на путь конкурсного движения, то, конечно, почувствовав всю возможность данного материала, гель-пластилина, вы можете создавать более объемные дизайны. Например, видите, как вариант с кокосом. Я здесь себе поставила такую тарелочку с фруктами, для того, чтобы, скажем так, она меня и вдохновляет, и чтобы вы увидели, насколько вот приближенная реалистичность данных дизайнов. Ну что, давайте с вами начнем. Я здесь уже сделала себе небольшую заготовку для того, чтобы было проще, было немножко быстрее, чтобы не слишком много занимать вашего эфирного времени. Итак, данный курс практически полностью выполнен из материалов ЭМИ гель-пластилин. Это очень классный материал, он в компании сейчас выходит в двух вариантах. Первый вариант, он такой, видите, более жидкий, более такой мягкий. И второй вариант хард пластилин. Он более такой, видите, более густой, более такой вязкий. И тем материалом достаточно комфортно работать. То есть если у вас пока, к примеру, есть только вот такой, самый первый пластилин, да, который вышел в ЭМИ, его будет вам достаточно для курса. Если у вас нет никакого пластилина, то, конечно, можете взять любой на выбор. Можете взять хард, потому что сейчас лето, и действительно от температуры, от тепла пластилин тает. Немножко он тает. Можете, конечно, поставить его в холодильник, там буквально на несколько минут, минут на 10-15, чтобы он более так подзамерз, подзастыл. Итак. Смотрите, для курса, там в курсе, в принципе, мы все рассказываем, какими кистями мы работаем, какими еще дополнительными материалами мы работаем. Потому что помимо гель-пластилина вам понадобится еще и гель-лаки, и эмпасты, и краски гелевые, и пигменты для того, чтобы колировать пластилин. То есть там мы используем несколько техник. Я сейчас буду использовать вот такую лопаточку, шпатель. Но, в принципе, вы можете использовать обычную такую апельсиновую палочку. Единственное, что я апельсиновую палочку для лепки, видите? Сейчас, девчонки, камера. Немножко. Сейчас поправлю. Угу. Видите, палочку заранее подготавливаю, покрываю ее топом именно ультрашайном, не текласом, именно ультрашайном. Для того, чтобы палочка была такая более скользкая, тогда пластилин в нее, ну, меньше забивается, скажем так. Вы себе сделали одну палочку, и, в принципе, вам ее очень долго хватит. Набираем гель-пластилин. Небольшое количество гель-пластилина. И ручками скатываем вот такой вот шарик. Если вы видите, что шарик получился достаточно маленький, вы хотите более большой, либо наоборот еще меньше, смотря насколько вы хотите сделать высоту вашего дизайна на типсе, либо на ручках клиента. Скатываете его вот в такое вот сердечко и приклеиваем рядышком уже с готовым нашим фруктом. В данном случае мы лепим, ну, можно назвать это земляникой, кто-то может назвать это клубникой. Нам понадобится вот такой очищающий спрей ЭМИ. Так, у меня улетела крышка куда-то. Ладно. Я пока напшикаю, девчонки, просто в крышку от гель-пластилина. Небольшое количество, для того, чтобы смачивать нашу кисть. Потому что пластилин может прилипать. Я в данном дизайне буду использовать кисточку лепесток номер 2. Немножко ее смачиваю. И начинаю формировать такое сердечко, форму нашей земляники. Так. Начинаю формировать форму земляники. Вы пока мне можете писать вопросы, девочки, я буду с радостью на них отвечать по возможности. Курс мы с Катей записывали этот еще зимой. Мы настолько задолго готовились к его выпуску, к лету. И вот как раз в первые дни лета, скажем так, он наконец-то уже доступен для приобретения. Сформировали. Хотите отжать побольше, можете немножко побольше. Кисточкой чуть-чуть отжимаем. И отправляем в лампу буквально на несколько секунд на промежуточную просушку. Дальше на палитру я выкладываю небольшое количество витражных гель-лаков. Мне надо чуть-чуть красный. Можно взять номер 30 черный, можете просто взять бордо, уже готовый цвет. Ну, какой-нибудь можно еще красный, я тут у меня под рукой стоит, просто 230 цвет. Так, и берем нашу землянику. Кстати, небольшое количество топа, можете текласа, можете ультрашайна, неважно, любой топ, какой у вас есть, тоже можете небольшое количество выложить на палитру. И начинаем тонировать нашу землянику. Хорошо проходимся по торцам. По поводу данного курса, конечно, очень классно этот курс проходить уже тем девчонкам, которые проходили базовый курс у Кати по лепке гель-пластилином. Но, в принципе, новичкам этот курс тоже хорошо заходит. Он достаточно доступный, чтобы его понять и научиться лепить вот такую красивую, сочную красоту на лето. Итак, просушиваем. Пока можно задавать вопросы. Просушки делайте такие, знаете, минимальные. Не нужно там слишком долго в лампе держать. Снова тонируем. То есть набираем глубину цвета. Если кто-то проходил курс акварельная роспись гель-лаками, тот понимает сейчас, про что я. Мы не сразу пытаемся добиться нужного цвета, а делаем это в 2, а то, возможно, и в 3 этапа. Смотрим просто по... Вот как вам нравится, в принципе, и достаточно. Делаем такую растяжку и отправляем в лампу. Также, посмотрите, можно сделать такие дизайны. Видите, вот такой вариант, он как будто бы вот клубника в сливках, банан в сливках. Так. Ну, давайте еще чуть-чуть наберем цвета. Хочется мне сделать ее еще более такую яркую, сочную. Хочу повториться, что данные дизайны достаточно носибельны, то есть клиент с ними спокойно может выходить 3-4 недели. Если вы, повторяю, участвуете в конкурсном движении, то, конечно, там можно делать эти дизайны гораздо объемные. И давайте еще просушим немножко. Так, можете сразу взять бордовый цвет, можете его просто сами наколировать на палитре. Я смешиваю с черным цветом. И проставляю такие вот крапушки. Для того, чтобы потом туда посадить маленькие зернышки. У нас же клубника, земляника, да, они имеют такие вот зернышки внутри. Просушиваем. Можем даже, в принципе, взять и посмотреть. Я, кстати, всегда вот, когда сажусь делать какой-то курс, я чем-то вдохновляюсь и обязательно кладу это себе на стол, чтобы видеть это. Так. Так, наверное, получше, да, видно? И теперь все, что мы наколеровали, перекрываем топом без липкого слоя. Благодаря этому топу, вы видите, создается такая линза, своеобразная линза. Водянистость. Просушиваем. Берем гелевую краску без липкого слоя, М-пасту, белого цвета. И желтого. Совсем чуточку выкладываем на палитру. М-паста — это краски гелевые без липкого слоя. Очень классно помогают в создании дизайнов, причем не только лепки и росписи. Так, смешиваем и прокладываем такие маленькие точечки. Кстати, еще для более реалистичности можете немножко даже топом развести. Делаем такие маленькие зернышки. Угу. Просушиваем в лампе. Так, просушили небольшое количество времени. И сейчас будем делать листья. Я просто намечаю место, где у нас должны быть лепестки, потому что зелень она добавит такой натуральности нашей ягоде. Просушиваем несколько секунд. Смотрите, девчонки, у меня есть вот такая палитра. И в ней я уже заранее себе намешиваю всякие разные оттенки. И гель-пластилина, и гель-красок. На курсе мы все это тоже показываем. Я подробно рассказываю, какие пигменты я беру и смешиваю. Набираем небольшое количество более темно-зеленого смешанного и светло-зеленого. Если вы чувствуете, что вы взяли большое количество, да, вот вы думаете, что много, вот такая вот есть кисточка-игла, кисть-игла в ЭМИ. Но если у вас ее нет, вы можете взять обычную любую кисть. Либо кисть, либо обычную какую-то иголочку. Просто кто-то это кисточкой делает. И ставим в то место, где у нас с вами будет располагаться лепесток. Беру вот такую вот кисть, называется она резиновая кисть. Опять же, вы это можете делать обычной кисточкой. И формируем, допустим, у нас тут снизу будет выходить лепесток. Угу. Набираю снова небольшое количество гель-пластилина Давайте сделаем тут тоже лепесток. Можно, в принципе, это делать сразу. Сделать несколько вариантов лепесточков, чтобы вам было быстрее. Если у вас пластилин постоял в холодильнике, и вы работаете достаточно быстро, то вам даже не придется кисточку смачивать в очищающем спрее, он не будет прилипать. Смотрите, девчонки, по стоимости курса. Стоимость курса без сопровождения на сегодняшний день 4590, с сопровождением с моим 5990 рублей. Но мы решили для вас сделать скидку. И до вторника скидка и на первый, и на второй вариант оплаты, вариант пакета, да, с сопровождением и без, минус 20%. Ну ведь классно. Представьте, до вторника вот такая большая скидка. Потому что очень, честно, очень вот не хватает таких классных дизайнов у нейл-мастеров в социальных сетях. Очень хочется, чтобы ваши ленты, ваши планшетки дома просто запестрили такими крутыми дизайнами. Ну, давайте еще сделаем здесь сверху лепесток. В принципе, вы знаете, совершенствовать можно до без границ, до бесконечности. Мне, конечно, нравится декорировать обязательно стразами. Мне очень нравится инкрустация, я ее люблю. Так, ну, давайте, к примеру, здесь поставим стразик. И можно где-нибудь тут. Видите, у меня тоже на ногтях стразы. Так, под камеру, конечно, брать сложно. Камешки. Ну и давайте снизу поставим какой-нибудь другого цвета. Можно, кстати, красный поставить. Можно белый, любой. Давайте немножко просушим. Кстати, мне пришла идея добавить еще маленькие цветочки из гель-пластилина. Подскажите, чем крепили стразы? Ну, смотрите, я сейчас работаю, девчонки, на типсах, поэтому я креплю просто на топ. Ну, на топ без липкого слоя. А вообще, как бы, стразы мне нравится крепить на джемте Клер гель и на просто обычную базу, на базу Макси. Мне нравится. Так, задавайте еще вопросы по курсу. Кстати, 27 июня этот курс по лепке из гель-пластилина 3D фрукты в Ростове я провожу офлайн, провожу живое обучение. Кто из Ростова, кто живет рядом, добро пожаловать на курс, буду очень рада вас видеть. Так. Беру буквально такие, видите, небольшие кусочки гель-пластилина и просто ставлю, видите, уже начинает таять пластилин, поэтому сейчас мы будем использовать, помните, наш спрей, который мы пшикали, очищающий, он очень классно подходит для очистки кисточек и для того, чтобы пластилин не прилипал. Делаем такой махонький цветочек. Угу, просушиваем в лампе. Кстати, за основу, вот сейчас типс я покрывала, Так, я брала цвет из новой капсулы. Девчонки, эта капсула, конечно, новая, морская капсула. Это, конечно, вообще, это просто оргазм для нейл-артистов. Я вам сейчас покажу цвет, которым я работала. Мне он очень нравится. И вообще, в принципе, любой цвет, какой бы вы ни взяли с этой капсулы, он действительно очень классно подходит для подложек, для дизайнов, и для росписи, и для лепки. Для лепки этого курса вообще, конечно, капсула бесподобная. Видите? Очень такой вкусный. Прям уже сам цвет, фон уже вкусный. Конечно, для того, чтобы еще более сделать реалистично, можно взять Джемтик Лер гель и добавить такие, знаете, как капельки. Капельки на нашу землянику. Капельки росы. Очень так, знаете, оживляет прям. Очень оживляет. Отправляем в лампу. Ну что, понравился вам наш мастер-класс? Спасибо большое. Девчонки, давайте еще раз по курсу. Курс для нейл-артистов, действительно для тех, кто любит классный, красивый визуал. Посмотрите, какие классные дизайны. И вы знаете, да, что покупая у нас в онлайн-скул ЭМИ онлайн, курс, доступ у вас сохраняется навсегда. Это очень классно, потому что очень многие курсы с ограниченным доступом. На курсе вы освоите уникальную технику лепки и сборки ягод и фруктов из гель-пластилина. Я сейчас вам в данной презентации, такой мини-презентации, показала один из вариантов. Но вариантов, то есть техника, вроде бы как одна, но вариантов дизайнов очень много. То есть, освоив вот данную технику, вы можете создавать какие-то даже свои фрукты, которые не вошли в данный курс. И еще, кстати, открываю вам маленький секрет. В этом курсе мы будем лепить не только гель-пластилином, девочки, не только гель-пластилином. Мы также будем с вами лепить, по моей авторской технике, мы будем лепить форм-гель ультравайт. То есть это второй материал, он, кстати, не единственный, вот, который мы будем лепить. Также я буду вам показывать колористику гель-пластилина пигментами. Все очень интересно. Все эти фрукты вошли в курс. Посмотрите, какой большой, масштабный, объемный курс. И насколько это все, девочки, реалистично. Видите? Прям такой у меня аромат здесь на столе. Клубничный, ягодный. Ну скажите ж, классно, да? Вот иметь такие классные дизайны, планшетку. И посмотрите, как круто, как стильно смотрится на короткой длине. Вот очень часто, да, мы заблуждаемся, что вот только на длине, на длинных ногтях. Кстати, сейчас я вам покажу вариант. Ну, это такая, видите, конкурсная работа. Я смоделировала арочный ноготь и на нем сделала вот такой дизайн. Видите? Это лепка гель-пластилином пиона и, видите, да, здесь у нас фрукт, лимон. Он тоже вошел и половинка, и цельный фрукт вошел в данный курс. Лимоны тоже есть в данном курсе. Давайте еще вопросы. Вообще, конечно, шикарно. Как короткие ногти с таким дизайном, так и длинные. Да, эфир мы постараемся с Катей сохранить, для того, чтобы вы еще раз посмотрели. Так, я сейчас переведу камеру на себя, и мы с вами еще немножко пообщаемся. Так, жду от вас вопросы по курсу. Хочу еще раз повториться. что цена курса данного без моего сопровождения сейчас стоит 4590. С моим сопровождением, где я буду лично курировать уроки, принимать от вас домашние задания. Если что-то не так, мы будем с вами еще раз переделывать, потому что очень важно для меня, чтобы вы реально кайфанули от таких шедевров, потому что действительно уметь выполнять такие дизайны — это стать, конечно, на уровень выше в нашей с вами профессии. Курс с сопровождением стоит 5990, но до вторника включительно вы можете приобрести этот курс со скидкой минус 20%. Вы можете написать Екатерине, и она вам отправит ссылку, либо найти ссылку у Кати в шапке профиля, либо я сейчас у себя в моем аккаунте Андриянова Nails, кто не знает, тоже укажу ссылку и у себя в шапке профиля, и у себя в сторис, Поэтому скидка действует только до вторника. Ну что, я была рада вас видеть, девочки, хорошего вам настроения, летнего, такого освежающего, как сегодняшний наш дизайн. Всем хорошего дня, пока-пока.